Малая назвали. Ударить. Нет. Шарик с ударики. Да как вы называете эти шарики и зачем вы их лепите? Делаем для детей конфеты лечебные. И что они лечат, эти конфеты? Кашу, посуду любую. Угу. Отлично. Отлично. А с чего вы лепите? Это какашки или что это? Расскажите. Это? Да. Что вот это? Что это вот белое? Это такое? Белое? Угу. Что вот это такое? Белое что? Птичье говно. А желтое? А желтое? Фекалии слона. Так, не придуривайся. Ну, давайте. Вот это что? Это цветы таволги насыпаем. Угу. Таволги, цветы. А внутри что? Почему они такие? И берем меда. А внутри что? Почему они не рассыпучие? Мам, спроси. Ну, давайте быстрее рассказывать, а то у меня картошка сгорит. Это сахарная пудра. Белая – это сахарная пудра, правильно. А желтая – это цветы таволги. Смешиваем с медом, растираем, катаем шарики и обваливаем сахарной пудрой. Получаются сладкие конфеты противопростудные для детей, которые можно рассасывать. И прикольное название, скажи, которое я первое придумал. Шарики-дурнялики. А почему дурнярики? Пударики. А, да, шарики-пударики. Угу. Пударики. От чего такие пударики? Потому что от слова пудра. А, да. Пударики. Шарики-пударики. Ну, еще было слово какое-то смешное, типа дурачок. Шарики. Забыли, да? Пудурики. А, шарики-пудурики, да. Так, все. Я замешал, ты катаешь шарики. Отделяем кусочек. И каждый час будем рассасывать по шарику, хорошо? Угу. Все, а тебе нравятся шарики есть? Получаются сладкие и не горькие. Ясь, тебе шарики нравятся? И лечебные. Угу. Что ты все в пуду осыпал? Все. Все. Ну, можешь один рассосать. Попробовать? Да, попробовать. Какие? Ну, как тебе? Сладкий? Отлично. Нравится? Сладкий и лечебный. Это лучше, чем магазинные конфеты? Конечно, сделанные своими руками. Mm? Даже Муси наши нравятся. Скажи, я не у тебя спрашиваю, я у ребенка спрашиваю. Ребенок. Чуть-чуть хуже. Хуже, да? Ну, сами тогда засушишь не вкус, да, внутри. Ну, зато сам делал. Мед быстро съедается, там его бантический мед. А чего вы больше меда не положили? Кто же едит мед? Папа. Мы туда больше лекарства положили. Это жадность. Муся, тебе тоже дать? Помощница наша. Пап, не влезь на этот столик. А мы на тарелки ставим.